Ближайший суд в столице и Подмосковье. Ветреная погода, небольшой снег, метель, ветер восточный, местами порывистый. Ага. Ночью 25-27, по области до 30 градусов мороза, днем 21-23, утром 20-25 градусов мороза. В Ленинграде ночью минус 33-35, пригородах до 39 градусов мороза, днем минус 28-30, по области до 33 градусов мороза. Ну, что я говорил? Все дело в Шиве. На голландский соблазнился. На Пашиконский никак не хотел. Вот, пожалуйста. Садист! Что ты сделал, садист? Ты зачем его убил? Ну, ты же просила. Что я тебя просила? Разве я могла такое просить? Я думала, его чуть-чуть прижмет. А его пополам перешибло. Главное, мышонок-то маленький совсем. Ладно бы, большая мышь. Эту крошка. И смотри, радуется, что живую душу загубил. Вот тебе бы так, хребет, переломали. Куда ты его? В унитаз куда? Не смей его туда. Ну что, я на кладбище, что ли, потащу его? Положи здесь. Пожалуйста. Вот так. Бедненький мой. Давай, Бродик. 8 часов уже. Скоро Тоня придет. Мазки и анализы брать. Вспотел. Вставай. Нин, по-моему, у этой банки срок закончился. Вздулась. Где вздулась? Ну, где она вздулась? Нормальная банка. Тебе дай волю, ты все выкинешь. О, Галине Сергеевне дам. Барбарин, какой сегодня день? А? Тебе какая разница? Вон календарь на стене специально для придурков висит. Доброе утро, где? Доброе утро. Двадцать девятое. Сегодня 29-е. Мыться кто будет? Пушкин Александр Сергеевич? А ну-ка ванну быстро. Идиот! Этим полотенцем вчера этот вонючий старик вытирался, у него же грибок на ноге. Перемывайся. Саша. Что? А мышку я поймал. Правда? Где я? Вон там. Попался. Зачем ты бабушке спать мешал? На кухне бегал. Сволочь серенькая. Руками его не вздумай трогать. Не хватало еще жопуки. Со всем твоим болячкам.
Дед, а ты на что его поймал? На сыр голландский. Пошехонского не захотел. А можно его к себе заберу? Пока не за Глинтусом. Где? За Глинтусом. Там как раз новое место. Уютно, и всегда можно посмотреть, как он там лежит. Ох, идиот. Всех бы вас за этот Глинтус. Живую душу загубили и радуются душегубы. Зачем мне каждый день есть эти яблоки? Ну как же, дурачок, это надо. Шлаки выбывают. Какие шлаки? Разные. А зачем их натирать? Так ты ж не жуешь ни черта. Кусками такими заглатываешь, что не усваивается ничего. Дерьмо неблагодарное. Только сил на него уходит, а он еще нос воротит мне, чтобы спасибо сказать. Жги! Три таблетки осталось. Так, еще есть. Сначала выпьешь пензинон, потом эссенциали. Понял? Да. Засунь этот подарок себе в задницу! Таблетки выпил? Да. Выпил, говоришь? Я у тебя сейчас всю кровь выпью, сморчок занюханный. Еще раз так сделаешь, гнида! Я тебя задавлю собственными руками! Да клятина! Это уроки делай! Подлец малолетний! Да. А ты не такай! Подарок купила. Пусть своему алкашу подарит. Так и сказал бы ей сам. Ну ты же у меня трубку взяла. Mm-hmm.
Ну? Да ни черта не видно. Окна замерзли. И я замерз. Опять? Чего опять-то? Я правда замерз. 50 грамм, чтоб согреться. А ты не хочешь? Мне не холодно. А для храбрости? Нам с ребенком встречаться. Звонила? Звонила. Ну и чё? В жопу послали. А чё ты хотела? Я всё-таки возьму коньяку. И для согрева, и для храбрости. Толя! Толя! Чё делать будем? Ну позвони ещё раз. Дозвонилась? Угу. Через 2 часа не поет гомеопату. Коньяку. Завязывай. На ребенка перегаром дышать. До 2 часа еще выветрится. А потом еще не факт, что тебя до ребенка допустят. Я его мать. Здравствуйте. Продаешь? Сколько хочешь? Я не продаю, это не мой. 60 рублей дам. Сказали же тебе, не моя вещь. Что дарить будешь? Вот. Что это? Бложки. О, 50 очков. Да. А сам-то он чего хотел? Меня. Меня он хотел. Чтобы я пришла. Свиньи нашли прачку для кольцов своих засланных. Прислугу бесплатно. А ничего, мне недолго осталось. Чего тебе? Дед, какой сегодня день? Четверг. А число? Зачем тебе? Мне 28-го, день рождения. Кто тебе это сказал? Никто. Я помню с прошлого года. Я листок сохранил, чтобы не забыть.
ко мне в день рождения. Мама прийти должна. Не знаю. У бабушки своей спрашивай, какой сегодня день. Я спрошу. Вот и спрашивай. И спрошу. Попробуй, спроси. И попробую. И специально с календаря листки оторвали, чтобы я не знала, что у меня день рождения. Какая мама не пришла? Вот что, сопляк! Ты что вообще себе позволяешь? Иди отсюда! Ты что здесь сделал? Он спрашивал, какое сегодня число. Зачем? Утверждает, что у него сегодня день рождения, и к нему придет мамочка. Наглец. Твоя мамочка, чума бубонная, если и придет, то только на твою могилку. А день рождения у тебя будет тогда, когда я скажу. Уроки сделал? Сделал. Пошли, проверю. Солнце взходит. Откуда здесь Зе, подонок? Из-под палки учишься, подлец. Я сейчас не букву. Я тебя выскребу. Второй год на бритвах учится. Фу, чтоб тебе все эти бритвы в горло всадили. Освещая все вокруг, румяняной змеёные. Иди сюда, дрянь такая. Ты хуже будет. Иди, или я тебе сейчас бритвой на куски порежу. Иди сюда, не будь трусом. Стой. Стой. Я тебе ничего не сделаю. Иди сюда, Сашу. Я тебе шоколадку дам. Иди сюда. Я тебе куплю вагончиков в железной дороге. А не пойдешь. Куплю разворот на твоей башке! Иди сюда! Иди сюда по-хорошему. Ну иди, я посмотрю, не вспотел ли ты. Не пойду. Румяня, няной зарей, чтоб ты уже больше никогда никакой зари не увидел. Гад! Так издеваться! Так кровь пить из бабушки! Матери твоей всю жизнь толдычила, учись будь независимой! Сколько тебя толдычу все впустую! Ты такой же будешь, как она! Таким же дерьмом зависимым! Ты будешь заниматься! Ненавистный подлец! Будешь учиться! Учиться! Уйди, мальчик. Я тебя не знаю. Я не бабушка. У меня нет внука. Потолок белый. Белый. Ниночка ж. Какой белый. Господи. Боже мой. Боже мой. Ты что с ней сделал, мерзавец? Да я прибью тебя, как бешеную собаку. Она сама упала. Ниночка, я врача вызову. Себе врача вызови. Да что с тобой? Довел он меня до ручки. Вот что со мной. А ну пошли. Пошли уроки делать. Вот твое место до конца жизни.
Твой ход. Да надоела игра дурацкая. Какая же она дурацкая? Ты в ней уже час играешь. Смотри-ка, действительно час прошел. А Калевия здесь? Дай денег. Нету. Ну что, совсем нет? Совсем? Откуда? Бери. Он же не твой. Теперь мой. 50 рублей. Ты же 60 давал. 60 это когда он не твой бил. А теперь 50. Хорошо. Извините, ради бога. Смотрите. Сюда. Будьте добры. Это же Фомы Бинов. Я ему новый куплю. Ты куда? Я сейчас. Дыши. Скелет. Повернись. Бронхит. Да. Нина Антоновна, вы его знаете не хуже любого врача. Если не лучше. Одевайся. Ой, Галина Сергеевна, несчастный страдалец этот ребенок. Знаете, есть мудрая поговорка. Дети расплачиваются за грехи своих родителей. Этот ребенок расплачивается за грехи своей матери. По тоскухе. Вы, я вижу, плакали сегодня вроде, Нина Антоновна. А как мне не плакать? Разве я думала, когда замуж выходила, что жизнь так обернется? Что обещал, что говорил, какую мне сценическую карьеру в Киеве прочили, какие роли. Так, ложку. Давай, открывай рот. Шире. Красная. Да. Миндалины увеличены. Я все, бегу уже от чистого сердца, Галина Сергеевна. Ой, ну что вы, Нина Антоновна, ну зачем вы? Ну неудобно как-то. Ну что, что вы, такие пустяки за ваши труды, за заботу. Всего хорошего. Не боли, поправляйся. Вашими булочками мед пить. До завтра. Всего хорошего, Галина Сергеевна. Спасибо вам большое. Свинья нагадила, еще медработник. Че стоишь, как столб? Бабанечка, пожалуйста, разреши мне день рождения, ну пожалуйста, родная бабанечка, я буду хорошо учиться, все уроки буду делать, не буду под кровать залезать, только разреши мне день рождения. Встань с колен, никогда не унижайся, не уподобляйся этой шалаве, мамочке твоей, которая валялась в ногах у алкаша Мазилы, чтоб он ее не бросил. А, я знаю. Зачем тебе день рождения? Ты с ней хочешь встретиться, да? Хочешь? Нет, совсем нет. Я просто хочу день рождения, как у всех, с подарками. А маму я не хочу видеть. Что, я маму не видела никогда? Правду говоришь? Не обманываешь меня? Правду. Смотри, когда человек врет, он боится. От страха у него сосуды сужаются, и кровь начинает гнить, пока в венах черви не заведутся, которые человека поедают, а ты и так весь гнилой внутри. Ты помни,
Кроме бабушки на этом свете ты никому не нужен. Только бабушка за тебя всю жизнь кровью харкает. Ладно. Гомеопату съездим, а там посмотрим. Где ты был? Я тебя спрашиваю, где ты был? Вот. Подарок купил. А то бложки какие-то. Сколько? 40 рублей. Толик. Ну ладно, чё ты. Заработаем мы денег. Не о деньгах я. Ты ему подаришь. Ну я пошел. Стой, не уходи. Ты 300 рублей не видел? Не видел. Я их сюда в банку спрятала. Мое дело деньги приносить, твое прятать. Книгу какую-нибудь, наверное, засунула, как всегда. Нет. Книгу я 500 рублей спрятала, а 300 в банку положила. Сантехник когда приходил? В понедельник. Ромка сантехник. Да он из ванны не выходил. А он тебе, старому маразматику, мозги закомпостировал своими рассказами о рыбалке. Фу! Ты размяк, как говно на санцепёке, а он шесть в кухню. И 300 рублей, как корова языком. Ну вот, а ты на Ромку. 500. А где же 300? Баба, ты в собаку деньги прятала. Какую собаку? На кухне фарфоровую. О! Два, три, четыре. 400. А где же 300? Врачиха. Стерла. Точно. Вот гадюка. Сука лицемерная. А я еще думаю, чего это она руки не в ванну, а в кухню мыть пошла. Еще пальто новое купила. С каких таких шишей? При зарплате в 100 рублей. Нин, давай книжку заведем в сберегательную. Ты успокоишься. Успокоить меня хочешь? Потерпи чуть-чуть. Недолго осталось. Хочется блута молоденькую почесать. На что надеешься, кумир миллионов, что хер твой после моей смерти вставать начнет, не надеешься. Современная медицина бессильна перед импотенцией. На книжку хочешь деньги положить? В одно место все денежки разом. Здорово придумал. Я подохну, а денежки вот они. На книжечке. Приходи, бери. Трать, левита сисястая. Нет.
пускай поищет. Может, книжечки заодно почитает. Нина, мне машину греть. Греть? Ах ты, черт тебя подери, печка накрылась. Бабушка. Молчи, масло из носа вытечет. Бабушка. Что тебе? Давай мышонка возьмем с собой. Зачем? Похороним где-нибудь во дворе. Мысль. Папа! Здрасте. Чё припёрлось? Ну как? У Сашеньки сегодня день рождения. Мы хотим его поздравить. Подарок купили. А этого козла зачем с собой привела? Толя тоже хочет поздравить Сашу. Он ему подарок купил. Хрен ему, а не Саша. Замерз? Давайте я попробую. Пап, ну нельзя же так. У ребенка день рождения. У него один раз в год день рождения. А во все остальные дни в году где его мать шатается? Вы же сами меня не допускаете. И не допустим. Нет у него матери, нет. У него мать бабушка, которая жилы последние жмет, пока ты со своим кобелем по сетям. Ты че? Ты че делаешь, сволочь? Так все шоферы делают, когда замерзает. Вот, смотрите. Видите? Куда он попадает? Ты что? Геморрой в дубленке. Ты хочешь, чтобы эту улицу твоим именем назвали? Толя, подожди, Толя. Я тебя не боюсь, подонок. А ты меня не бойся. Ты меня, сука, партийный, запомни. Ой, как страшно. Потому что я буду последним твоим воспоминанием. Иди, портвейна попей. Пусти, я пусти. Тебя достану даже на Новодевичьем кладбище, ты понял? Чё? Ты понял? Дармоеды. На мои деньги живете и меня же оскорбляете. Трут не вонючий. Подожди, про какие деньги он говорит? Пойдем. А на что вы все это время живете, бьете? Она что, не говорила тебе, что я ей каждый месяц по 100 рублей пересылаю? Это правда? Правда, правда. Вон дубленка на ней на мои деньги куплена. И сапоги. И лифчик, который ты с нее снимаешь. Ну, что вылупились? Правда не нравится? Подавись. Бюстгальтер отдать? Носи. Нам твое отрепье без надобности.
мы отдадим. Все до копейки отдадим. Будем ждать. Все твои вонючие деньги! Угу. А что это ты такой расхристанный, а? Печка сломалась, печку чинил. Как сломалась? Так, взяла и сломалась. А. О, да ты что, придурок старый? Хочешь в этом холодильнике ребенка заморозить? Ну, придется отменить визит. Что делать? Поеду в таксопарк. Чинить печку. Отменить? Да я полгода на прием к этому гомеопату пробивалась, а он отменит! Пердун старый! Я вот сейчас тебя отменю навсегда! Будь ты проклят! Маразматик вонючий! Проклят небом, богом, землей, птицами, рыбами, людьми! Иди сюда, свинья хмелая! Иди, сволочь гнилая! Садись на колени к бабушке! На колени оставь! Предатель! У тебя и машина черного цвета! Цвета подлости! На таких машинах в 37-м людей увозили. Мамина дублен. Ты не рыпайся, дублен, то он увидел. Что ты лопочешь? Зар у тебя, что ли? Это я дублен. Заморозил. Застудил таки ребенка, добился это своего. Это я дублен. Старый черт. Это я дубленка. Убили я дубленку, да сняли, чтобы продать. Не успел я проклятого дежи старить. Замолчи. Никто не убивал твою маму. Кому она нафиг нужна? Жива она, жива. Что я сделаю со своим алкашом? Что? Сама мне дубленка. Правда? Олькина дубленка такая же дешевка, как ее хозяйка. Откуда она у тебя, пенчух? Приходила. Приходила. Ко мне баба приходила, а я ее не видел. Успокойся. А то я тебя успокою сама навсегда. Когда она приходила? Когда машину заводила, с алкашом пришла. А дубленку чего бросила? Дубленка-то ее? Да, как же сейчас? Ее, я на нее деньги давал. Гад! Я лишний кусок в рот себе не положу. Деньги экономлю на всем, чтобы на лекарства, да на врачей ребенку хватило. А вот всяким потаскухам дубленки покупает. Баба приходила. Баба замерзнет. Давайте у нее дубленку, чтобы какой? Она замерзла и умерла. Ты мне больше не дед. Ты сволочь. Вот заклею все. Сучонок. Вот сам ты сволочь. Неблагодарный. А ты, гад, не замерзнет. Замерзнет. На улице 25. Сами в шубах. Ну, и что тут у нас? Наш лейтенант Кругликов. Ну что, а я народный артист Савелий. В чем дело? Так вы посреди дороги стоите. Лежите, лежите. Извините, товарищ милиционер, у нас ребенку плохо. Вы сейчас не наказываете, отпустите, мы к врачу едем. Конечно, мы наших людей не наказываем. Добрый человек. Мальчик, ты не это товарищ Савельев, полковника милиции Савельев играл. В фильме. Ну, где алмазы похитили? Дяденьки милиционер, они мою маму убили. Вот он убил, заморозил. Нина, сделай что-нибудь, уйми его, иначе я не выйду. Поехали! Может, сейчас пустырник начнет действовать? Че уставился? Истерика у ребенка. У нас остались деньги на такси.
კულები გავგიზე, აბა არის სანაფერულს, სამშო გიამკევა, რუილიცა, ასეთი ბეგული არ აქვს, გიამ. თამაშობ ნერას, რატო პელე, რატო ხუჩ? ნერა. გიჟები არიანო, მაგეთა ვერ ვითამაშობ. ნამდვილი. ნამდვილი. ამოცი პელე მასლავაზე. Гинзгин дай. 84. Купи себе чего-нибудь. Ты же хочешь? Да ладно. Перетерплю. Поехали ко мне до дому. Че здесь ловить? Они через час-полтора вернутся. Тебе мало показалось? У него день рождения. Пускай он меня хотя бы издали увидит. Я ему коробкой помашу. Он поймет, что это подарок. А я подойти ближе не могу. Что это? Это сечка рисовая. Вот потеет сильно. А сечка влагу впитывает. Да? Да. А что у нас такой клевый? Заснул. В машине его укачала. Понятно. Как нас зовут? Саша. Ага. Александр. Отчество у нас какое? У меня нет отца. Я его никогда не видел и не знаю, как его зовут. Поэтому я не знаю, какое у меня отчество. Как в школе дела? Как учишься? Я дома учусь. Потому что в школу как пойду, сразу же заболеваю. В школе полно бациллоносителей и уродов, которые ходят туда, чтобы заражать друг друга. С днем рождения, парень. Я тебе рассказывала, как мне мама ногу сломала? Нет. Мне 8 было, как ему. Это летом было. Шли мы по улице Горького. Она меня за руку тянула. Я на секунду задержалась у витрины, чтобы манекен посмотреть. Очень красивый манекен. В платье. Красным, шелковым. Она меня дальше тянет. Я уперлась. Такое платье красивое. Она меня ногой ударила. Сюда. Когда же это? Это при падении. Последние колготки. Господи, что ж за несчастье-то такое? Что ж ты за день-то сегодня такой? Поехали домой. Я буду ждать. У моего сына сегодня день рождения. Ты можешь ехать. А что ж ты, Саша, худой такой? Так я болен очень. У меня золотистый патогенный стафилококк, пристеночный гайморит, синусит, фронтит, тонзиллит хронический, панкреатит с рождения, почечная недостаточность и что-то с печенью. Не помню, что. Много. Это потому, что своими болезнями расплачиваю за грехи своей матери по тоскухе. Видите, ребенок, а все понимает. Бросила она его. Променяла на алкаша мазилу. Повесила мне ребенка на шею
тяжелой крестягой. И вот я его уже тащу 6 лет. Я выпишу вам армику на первое время. Брионе. И пульсатил 6, как успокоительное. Я ему пустырник даю. Исключите пустырник. Хорошо. Ну, а мама у тебя тоже актриса? Говно она актриса из погорелого театра. А почему бабушка говорит, что вы состояние на человеческом горе сделали? И дворец на шариках построили. На шариках вот на этих. Не обращайте внимания, Арон Моисеевич. Он больной на всю голову, извинись немедленно. Раз больной, извиняться нечего. Извиняться будет, когда вылечим. Спасибо, Арон Моисеевич. Стой спокойно. Подожди пока в прихожей. Мне с бабушкой поговорить надо. Долго. Я чуть не околел от холода. Почувствовал на своей шкуре, как ребенку. Холодно было. Лениму было задницу свою поднять, чтоб печку починить. Ничего. Ты у меня эту поездочку до конца своих дней помнить будешь. Залезай. Чтоб эта чертова машина развалилась под тобой. Как развалилась жизнь моя. Долго ему. Ребенка доктор осматривал долго. А что его смотреть? Его смотри, не смотри. Только деньги на ветер пускать. Что? Бабаня. Что, солнышко мое? Мы хотели мышонка похоронить по-человечески. Стой! Чего? Остановил скверика! Вот так. Брось в могилку горсточку снега левой рукой. Зачем? Так полагается на похоронах. Когда меня будут хоронить, не забудь горсточку кинуть. Он тут будет все время лежать. Можно я буду его навещать? Его черви съедят. И вороны раскопают. Надо как-то могилку обозначить. Крестик? Он не крещеный. Крестик ставится только христианским душам. Вот веточку поставим. Вот так. Мой мышонок. Как представлю тебя в могилке, у меня сердце заходится. Дышать не могу. Господи! За что мучается этот ребенок? Отдай мне, Господи, все Сашенькины болезни. Прози его мать, похотливую сволочь. Пускай она хоть один день поживет и помучается так, как мучается это дитя. Господи! Бабань, да я не хочу в снегу лежать. Похороните меня за плинтусом. Выносила.
живого места нет. Где же она в ней таскалась? По подворотням, что ли, с алкашом своим? Ой, на швах все засалено, как ватник дворницкий. Ни одна химчистка не возьмет. Вот во что эта сучка дорогущую вещь превратила. Ой, Матерь Божья заступница. Спаси и сохрани. Ты бы еще ей шубу купил, соболиную. Подождите минуточку. И колье бриллиантовое на морду ее потасканную. Я со съемочной группой говорю. Ты должен профессору звонить. Верблюд старый. А не с ассистентками по телефону любезничать. Я договорю. Внука муховисцидоз обнаружили, а он с помрешками лясы точит. Сейчас договорю и позвоню профессору. Договаривай. Я послушаю. Алло. А тема какая? Гражданская война? Партизаны красные. Хорошая тема, нужная тема. Режиссер кто? Не знаю такого. Из молодых, что ли? На коне скакать? На коне пускай каскадеры скачут. А дней сколько съемочных? Это хорошо. А сколько у меня ставка, вы в курсе? Нет, это раньше было. А теперь у меня 90 рублей съемочный день, плюс 75% репетиционные, ну и 50% озвучание. А вы как думали, деточка? Я народный артист СССР, лауреат госпремии, а не хрен собачий. Вот так-то. Звоните. Сейчас за 50 рублей в день нашли дурака. Профессору звони. Профессор. Профессор. Профессор Калиш. Опять еврей. Почему еврей? Калиш украинская фамилия. А ты имя отчество посмотри. Михаил Семенович. Семенович. Все ясно. Так звонить? Да звони, конечно. Он светило. По муковисцидозу у него на год вперед. Очередь расписана. Пообещай ему, что хочешь. Любые билеты на все закрытые просмотры. В Дом кино, в Белый зал. Путевку в Пицунду, хоть жопу его еврейскую целуй. Но чтобы он нас принял на этой неделе. Толя. Чего? А у тебя в Раду евреи были? Кто? Евреи. Нет. Вроде. А что спросила? А ты на еврея похож. Да. Mm-hmm.
Черт тебя знает. Ну, если похож, то что с того? Я думаю, они тебя за еврея приняли. Старики твои совсем свихнулись. Давай возьмем штурмом этот притон маразм. Отвоюем Сашу, квартиру сожжем. А родители где жить будут? Там, где им положено. В сумасшедшем доме. Слушай, а кто был твой первый муж? Мужчина-актер. А по национальности? Я звоню, пойду. Иди, иди. Он был хорошим, слабым человеком. А я сильный, плохой и похож на еврея. Пятьдесят. Не очень. Спасибо. Да что это? Мука, лис, ци, дос. Спасибо. Поехали. Что опять? Саша. У нашего Саши муковисцидоз. Что за зверь? Точно не знаю, что-то очень страшное. Поехали. Подожди. Девушка, а? 7:40, пожалуйста. Нету. А что есть? Зарубежные эстрады есть. Давай. Зарез сердца ноше и дом.
wstawy w piernik, bo najbardziej mi żal. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kucików, galoników na drudziku. Sasza? Сашенька, ты где? Откликнись, урод! Ты что? Опять под кровать спрятался, сволочь? Ой. Придушу, гадина. Нету. Идиот! Тут и пожалею на пыль. Опять сыпью покроешься весь с ног до головы. Что это за мода у тебя по щелям ховаться, как таракан? Жар! Так я и знала. Лика, привет, у тебя медицинская энциклопедия есть? Посмотри, пожалуйста, муковисцидоз. Я подожду. У Саши обнаружили. Сегодня, Лик. Муковисцидоз. Муковисцидоз. Некрасиво звучит. Как несчастный случай на элеваторе. Не мешай. Я не мешаю. Я рассуждаю. А давай нашего родим. Мальчика или девочку. А этого бабушке отдадим. Раз она так хочет. Зачем старушку обижать? А что? Родим абсолютно здорового ребенка. Будем нормальные книжки покупать. Золотой ключик. Про Урфинджус. А не медицинские энциклопедии и справочники инфекционных заболеваний. Можно тебе? Чего? На секундочку. Алло. Ты меня слышишь, Оля? Оля! Нашла я про муковисцидоз твой. Коньяка пережрал, алкаш. Оль, что ты говоришь, а? Это я не тебе. А, ну давай. Диктуй. Так, муковисцидоз. Кистный фиброз поджелудочной железы. Наследственное заболевание. Поражение эндокринных желез. Причина – генная мутация. Симптомы – зловонный стул. Возможно, выпадение прямой кишки. Записала? Ну чего? Плохо. Чего плохо? Говори толком! Тяжелейшее инфекционное заболевание. Передается на генетическом уровне. Практически неизлечимо. Да. Не везет парню. Так это чего? Он умрет, что ли? Ты чего размахалась, дура? Сама же сказала, практически неизлечимо. Ты думаешь, что говоришь? Во что ни слова, то жаба упадает. А что я такого сказал? Ты вместо того, что помогай устраивать, лучше подумала, что делать будем. Что? Дубленка! Ладно, я куртку надену. Подожди. Ну, приедешь ты, а дальше что? Ты не едешь.
Мы приедем. Они тебе дверь не откроют. Пусть только попробуют. Да вроде как 6 лет пробуют. И вроде как у них получается. Критиковать без позитивной программы безнравственно. По поводу позитивной программы. Даже если они тебя пустят. Договаривай. Мне сына не отдадут. Твоя мама. Девушка, мягко говоря, странная. Но сейчас, тем более с этим... Муковисцидозом. Да, с ним. Саше лучше быть с ней. С ними. Ты предлагаешь мне забыть? О сыне? Почему забыть? Что за театр здесь устраиваешь? Для кого? Тут зрителей с цветами нету. Ты сначала реши для себя. Нужен тебе этот ребенок? Со всеми своими болячками. Сможешь ты за ним ухаживать, как эта сумасшедшая баба? Извини. Но есть и другой выход. Какой? Мы расстаемся. И ты возвращаешься в лоно семьи. И все проблемы решаются сами собой. Рассасываются. Бежать решил. Ну что ты будешь делать с этой женщиной? Ты прими хоть какое-нибудь решение. Для себя. Для нас. Для сына, в конце концов. Это ты пойми. Что бы я ни решила, они мне ребенка не отдадут. Разойдемся мы с тобой. Останемся жить вместе, неважно. Найдут новые поводы, новые причины. Потому что они ненавидят меня. Меня. А вот и клизмочка с ромашечкой. Ну, ложись на бочок, как волчок. А? А я тебе сейчас с ромашечкой. Чук-чук, и температурка упадет. О, бабка у тебя дает, стихами шпарит. Давай, поворачивайся. Ты мне прямо скажи, будет у меня сегодня рождение, или не будет? Опять за свое. День рождения устраивают только здоровым детям. Здоровым. Ты здоровый? Нет. Ну, какого лешего ко мне пристаешь? Значит, у меня не будет день рождения? Не будет. Никогда? Ну, может быть, в следующем году. Хотя вряд ли. С такими диагнозами. День прожил, и то, слава богу. А это ты спасибо скажи мамочке своей и ее сожителю. Это он тебя стафилококком заразил. Как? Виноградом немытым тебя накормил. Специально, чтобы ты умер. У него, у гада, план коварный есть. Переехать в Москву и все у нас отобрать. Квартиры наши, машину дедушкину, гараж –
все наше имущество. А для этого ему надо, чтобы мы все умерли. А когда я умру, какое ему имущество достанется? Никакого. Какое у тебя имущество, кроме карты медицинской? Почему тогда он хочет, чтобы я умер? Да потому что, когда ты умрешь, сразу же умру я. Потом дедушка. А он тут же въедет в нашу квартиру и начнет распродавать наши вещи. Ты у него как кость в горле. А мама? Мама под его дудку пляшет. В сговоре она с ним. Никому мы с тобой не нужны, Сашенька, одни мы. На всем белом свете нас окружают предатели. Нас обоих предали. Тебя мать предала, променяла на этого убийцу. Меня дедушка всю жизнь предавал. А ты что думаешь? Я всю жизнь такая была, старая, страшная, безумная? Разве я кричала всю жизнь и плакала? Нет, я ведь актрисой была, да. На меня весь Киев любоваться ходил. Надеждой украинской сцены называли. Потом МХАТ в Киев на гастроли приехал. Вот тут-то я с твоим дедушкой познакомилась. Актер был полное ничто, но импозантный. Мордулочек такой красивый. Стали встречаться каждый день. Он меня на спектакль приглашал. Угу. А я его на Андреевский спуск. И на пляж. А потом... Время уезжать настало. А он мне и говорит: давай, говорит, я на тебе женюсь и увезу тебя в Москву. А я влюбилась уже. Ой, иди, говорю, к родителям, делай предложение. Не знала, дура, что он на спор женится. У него в Москве баба была на 10 лет его старше. Он с ней поругался, поспорил, что в Киеве лучше найдет. И нашел. Идиот. Расписались. Свидетельство показали отцу. Поехали. Отец весь перрон за поездом бежал. Доченька, не уезжай. Как чувствовал, что я здесь, кроме горя и слез, ничего не увижу. Нельзя было мне из Киева уезжать, родителей бросать. Дура я была. Привез меня в Москву в 9-метровую комнату. 14 лет мы там жили, пока квартиру не получили. Такая мука, Сашенька, с тугодумом жить. Я была пытливая. Мне все хотелось узнать. Все было интересно. Сколько просила его: давай в музей сходим, на выставку. Конечно. То времени у него нет, то устал. Одна, куда я пойду? В чужой город. Только на спектакль его в Хатовске ходила. Правда, было что посмотреть. Хат тогда славился. Но скоро и туда отходилась. Алешенька родился. Ненавижу эту Москву. 40 лет ничего здесь, кроме горя и слез, не видела. Жила в Киеве, любой компании была, заводилась, запивала. Парни, обожаю. А как я Тараса Григорьевича Шевченко читала? Душа моя убога, чого марно плачешь? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь, подивися, а я полечу. Я за чтення стихов
великого комзаря без экзаменов. Театральный техникум приняли. Актрисой стала бы в русском драматическом. Лесь, Украина. Алло. Здравствуйте, Вера Петровна. Да у меня все тоже. Вспомнила первенца своего, Алешеньку, светлая ему память. Да, как он родился. Мы тогда в 9-метровой душегубке жили. Нет, это мы сейчас на аэропорте. А тогда у нас комната была рядом с улицей Горького. Да. Ну, мы не вдвоем с ребенком, конечно, его родственники приезжали. То сестра из Тулы по делам, то брат, то племянница. Да, конечно, коммунальная. Соседи у нас были. Розальский. В театре Сеня работал, только заслуженный был. Ну, мы с ними договаривались, кто будет квартиру убирать. Так они мне заявляли, у вас толпа родственников приезжает, значит, вы в три раза больше должны убирать. Вот так. А потом война началась. Москву бомбить начали. Театр его отправили в Алмату, в эвакуацию. А он в Борисоглебск уезжал сниматься в военных сборниках. И приказал мне, поедешь с ребенком в Алмату, я потом приеду. Потом. Все у него в жизни потом. Кроме подлости его. Подлость, она у него всегда сейчас была. На коленях молила. Не надо, Сеня. В доме подвал есть, куда от бомбежки спрятаться. Дождусь тебя, вместе поедем. Ударил кулаком по столу. Я решил, так и будет. Характер показал. Тряпки слабовольные всегда самоутверждаться любят. В теблушках мы ехали в эту Алмату. Как скотину везли. Приехали, а нам жить места нет. Я же не в штате. Поселили с Алешенькой в подвале земляным полом. Холодный, как лед. Я там себе и придатки, и все застудила. А потом и вовсе выпихивать стали. Уборщице какой-то места не хватило. Я говорю, куда мы пойдем? Я с ребенком годовалым. Ну, раз с ребенком, говорят, тогда живите пока. Милость оказали. Какой мальчик был, какое дитё, чуть больше года, разговаривал уже. Светленький, личико кукольное, глаза серо-голубые. Любила его так, что сердце заходило. И вот в этом подвале заболел он дифтеритом с корью. Потом нарыв, псы с легким. Врач сказал, не выживет. Я над ним слезами обливалась. А он говорит, не плачь, мама, я не умру, не плачь. Сам задыхается, кашляет, а меня успокаивает. На следующий день умер. Сама на кладбище его несла на руках. Сама хоронила. Раз ребенка нет, из подвала меня выперли. Уборщице место дали. Поехала в Борисоглебск к Ксении. Там мне сказали, хороший гинеколог есть. Там прием будет стоить 100 рублей. А у меня последние 150. Ну, водку-то я не успела продать. Выжрали всем колхозом. Пошла к нему на прием. Он меня осмотрел и говорит, у вас, говорит, дети есть, а я только что сына похоронила. Так вот, говорит, у вас больше детей никогда не будет. Вы представляете, Вера Петровна, 23 года мне, и такое услышать. Я понадеялась на него и забеременела этой сволочью, дочерью. Ну, это потом уже было. В Москве. После войны. Родила. Она болела все время, не переставая. Ну, понятно, как я над ней тряслась. В 5 лет заболела инфекционной желтухой. Подобрала во дворе кусок сахара и в рот. А по двору крысы бегали с нее ростом. Я увидела, благим матом кричу, плюнь, Оленька, плюнь.
вот смотрит на меня, сука, и мусолит этот сахар во рту. Я ей рот разжала, пальцами кусок этот вынула, но уже все, заболела. Все деньги на ее питание тратила. Все вещи свои на базаре на лимоны меняла, чтобы лимонным соком с глюкозой ее поить. Эй, куда? Гулять. А бабушка знает? А как же? Она меня и одевала. Ну, гуляй. Спасибо. Сама одну манную кашу ела. И только что после нее оставалось. Сварю кашу кастрюльку, она сожрет. Я хлебом кастрюльку оботру, съем. Вот и вся еда моя. Выходила гадина себе на голову. Ничего, кроме ненависти, от нее не дождалась. И я ведь, Вера Петровна, все ей отдавала. Последний кусок. Лучший глоток. Сама голая ходила, лишь бы ребенок был одет да обут. Она хоть раз мне предложила: возьми, мамочка, кашки ложечку. Видит, что я только хлеб жду да водой запиваю. Да я бы скорее смолу пить стала, чем у нее кашу приняла. Ну, предложить же можно. Э, ты че около машины трешься, а? Ну-ка иди отсюда. Здравствуйте. Отвезите, пожалуйста, меня на сокол. На улицу Абовяна. Ты где это взял? У бабушки. Отдай обратно, а то я тебя в милицию отвезу. И что возмущает больше всего? Отец ее, муж мой, на все это плюет с высокой колокольни. Я, как всегда, сама больная, да с больным ребенком на руках. А ему что? Нинка выдержит, Нинка ломовая лошадь. А не выдержит, помрет, так что с того? Он в актерах, гастролях, с аплодисментами. А я в болезнях, страхах, унижениях прожила. А я книг, стихов и пьес столько прочла, что ему во сне не снилось. Пустое все, Вера Петровна пропала в жизни. Ой, обидно только, что зря. Ладно бы дочь человеком выросла, слезы мои оправдала. Так тоже на актрису выучилась. Выскочила замуж после института за мошенника местечкового. Родила мне калеку больного. А потом нашла себе в Сочи этого пьяницу Мазилу. Загибалась с ней на руках, а он только и знал. Гастроли, репетиции, шашки. Да еще с другом своим Горбатовым ходил по улице Горького, обсуждал, у кого какие ноги. Нет, эвакуация — это еще не предательство было. Вот по-настоящему он меня предал, когда Ольке-то было лет 6. Я ее выходила только от тяжелой желтухи инфекционной. А сама от беспомощности до одиночества впала в депрессию. Тяжелую. Да никакой у меня не было мании. Просто депрессия была. Я пыталась объяснить, а кто станет сумасшедшую слушать? Так он меня обманом в больницу запихал. Сказал, положат на санаторное отделение. А сами к буйным поместили. Я стала плакать. Они меня стали колоть. Я вся волдырями покрылась с головы до ног.
оказалась? А где бабушка? А чем это воняет? Ты что, обосрался, что ли? А? Ты... Что ты здесь делаешь, а? Ты что здесь делаешь? Я его, Вера Петровна, выкупаю, а воду менять нет сил. Сама в этой воде моюсь. Вода грязная. Его чаще, чем два раза в неделю купать нельзя, а я не брезгую. Знаю, что после него вода. Так она мне как ручей на душу. Пила бы эту воду. Никого, как его, не любила и не люблю. Он, дурачок, думает, его мама больше любит. А как она его может больше любить, если она за него столько не страдала? А я дышу им, чувствами его чувствую. Слышу, среди ночи захрипит. Дам порошок Звягинцевой. Проснусь, одеяльце поправить. Пипочку потрогаю, напряглась, горшочек подам. Он меня со сна обсикает со всех сторон. А я не сержусь, смеюсь только. Кричу на него, конечно. Так это от страха за него. Сама себя потом за это кляну. Вот такая любовь. Наказание хуже. Что? Суп горит? Да, конечно, Вера Петровна. Да, бегите. Спасибо, что выслушали старую дуру. И от этого, может, легче станет. Светочке, привет. Здоровья вам. Обеим. Суп у нее горит. Врет, сволочь. Просто слушать надоело. Ах, кому охота чужое горе слушать? Эгоисты все, предатели кругом. Один ты, моя солнышко, рядом. А больше мне никто и не нужен. Пусть они подавятся своим вниманием. Ты где, дурачок? Где ты, сволочь? Чего это? Чего это значит? Где он был? На улице валялся. Чем это воняет? О, идиот! Я же тебе клизму поставила! В ванну его! Пальто снимай! Раздевай! Со всей одеждой замачивать будем! Сволочь! Я тебе этого никогда не прощу! Это каким же надо быть кретином, чтобы с температурой 39,4 на улицу переться? Ты же мог сдохнуть прямо на улице, урод! Что это? Деньги за такси! Ты только там капельку по роду сдохнул! Мало того, что ты! Мало того, что ты! Чего отнесь в мамочку? Ты же вольюга! Вольюга! Если не побежешь от всех своих болезней, до конца жизни ты в яму сидишь! Сеня, собери деньги! Откуда у них? Они в говне! Ах, какие вы беленькие, чистенькие, брезгливенькие! Конечно! Ничего не случится, у тебя жена из говне ковыряться! Я всю жизнь с тобой ублюдком в тюрьме провела! Дикой уйду! Забирай ребенка! Вытирай! Прекрати все! Рублей 500, не месяц будет! Кому говорю? Где взял? Горьковом! Горьковом! Не скидывал, покрал! Черт тебе! Сдаться, волчок! Придушу, ей-богу придушу! Как тебе не стыдно? Ведь бабушка бы тебя жизнь положила с вами, а ты в благодарность, чуть она отвернулась на минутку, врагам нашим сбежал!
Я спасать ее поехал. Ну, ладно, бабушка сказала, что Галыга убить ее хочет. За помощество нашим завладеть. Любонька моя. Счастье мое. Прости меня, тварь старую. За мать твою прости. Мать зачищать бросился, Любочка. Вот тебе пример. Мать предательница, он больной. Спасать ее пошел. Ты меня хоть раз в жизни спас, когда у меня вот отсюда кровь хлестала, как из ведра. Когда меня в психушку запер. О, понесла. Не бойся. Не бойся за нее, маленький. Им хорошо вдвоем. Они оба нашей смерти ждут. Твоей и моей. Привычные пейзажи зимней Невы теперь нередко нарушают такие картины. Клуб любителей зимнего плавания «Большая Нева» объединил уже почти 1000 ленинградских моржей. Сегодня в клубе гости юный москвич Константин Чарковский. Его папа Игорь Борисович, преподаватель физкультуры, известный в стране энтузиаст. Отвел сына к ледяной бане буквально в миллион. А это уже юные ленинградцы. Им всего несколько недель отпуск. Отныне они члены нового клуба «Невские моржаны». Здоровый сук. Исследования медиков убеждают, что начинать закаливание никогда не поздно. Но чем раньше, тем лучше. И тогда вот в любом тебе. Возрасте и при любой погоде вы будете чувствовать себя в Невской воде совсем по-домашнему. Мы возвращаемся на берега Невы, чтобы напомнить, наши земляки демонстрируют бесстрашие перед холодом не только за 1000 километров от дома. В самом центре города члены клуба семейного закаливания «Невские моржаны» проводят зимние купания малышей. С днем рождения, Сашенька! Это тебе подарок от нас. Дедушка из Финляндии привез. Магнитофон. Магнитофон. Японский. Вещь надежная. Она не предаст, как мать твоя. Встреча членов клуба с теми, кто делает только первые шаги. Значит, костер, маяки, закаты, сыпьется, тебя со мной, и мне с тобой, но здесь так интересно встретиться, тебя со мной, и мне с тобой. Здесь в порту интересно встретиться, хотя чуть-чуть со мной. Я иду кругосветно и странно. Кто? Разрешил? Я одна с тобой, Сашеньке, на день рождения. Подарила, Сашенька. Скажи спасибо дедушке. Я для себя магнитофон привез. Могу я один раз в жизни что-нибудь для себя привезти? Привыкли все собирать. Чего придумала? Весь за $200 сопляку подарить. Отдай, козел! Отдай, тебе говорю! Как у тебя рука поднялась, у ребенка больного? Подарок от меня! Он тебя сам за человека не считает! Больше у меня свой.
Все правда, бабочка, не плачь, пожалуйста, ради меня. Я не плачу, котик. Я не плачу. Я уже все свое отплакала. Алло. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Толя! Толь! А? Она разрешила. Кто? Мама. Разрешила завтра к Саше прийти. Слушай меня внимательно. Она все время говорит, что я тебя у нее отобрала. Если она снова начнет врать, что я тебя ей не отдаю. Встань и скажи, это неправда. Скажи, я хочу с бабой жить. Мне с бабой лучше, чем с тобой. Скажешь, как надо. Не предашь бабушку, которая кровью за тебя исходит? Не предам. Боже мой, что у тебя на голове? Шапка, мама. Это не шапка, это кастрюля просто. Другой нет. Есть. Будешь? Дай что-нибудь. Это тебе. Подарок на день рождения. Спасибо. Что будешь? Творог или винегрет? Винегрет. Лучше творог. Винегрет отец придет, будет есть. Давай творог. Что все, давай. Пойдешь на кухню, да поешь. Подавать халуев нету. Привыкла, что до 15 лет задницу подтирали. Что ж теперь, и в 40 подтирать? 36, мам. Не надо мне прибавлять. Да тебе прибавлять нечего. Ты в этой шапке на все 50 выглядишь. Мам, ты по-другому пахнешь. Как по-другому? Сейчас. Ты вот так вот должна пахнуть. Просто я духи сменила. У тебя жар?
Скоро пройдет. Мне Галина Сергеевна банки сегодня ставила. Спасибо тебе за паровозики. Я о них мечтал. Ой, пожалуйста. Почему ты плачешь? От радости, что вижу тебя. А ты соскучился по мне? Стосковался? Да. Творог холодный. Из-под морозилки вытащила. Подожди, пока согреется. Что у тебя за пятно на лбу? Загар сходил. Пигментация какая-то осталась. На пигментацию не похоже. Онкология наверняка. Мама. Да? Верни мне, пожалуйста, дубленку. А то мне ходить не в чем. Я у подруги пальто попросила на... На тебе, доченька, дубленку. Да что ж ты при ребенке-то? Показываешь. Хулиганка ты! Ничего. Это его бабушки жопа. А не какой-нибудь профурсетки, которая применяла ребенка на пьяную сволочь. Что эта шлюха тебе принесла? Ooh.
Деньги спрятаны в 4-м, 10-м и 16-м доме Горького. А еще в старом чайнике и в мешочках с рисом.